Чтобы попасть на этот бал, им пришлось потрудиться не меньше Золушки. Студенты средних профессиональных образовательных учреждений Пензенской области успевают не только хорошо учиться, но и добиваться успехов на всероссийском уровне. Студентка третьего курса по профессии конструктор-модельер-технолог. Заняла первое место со своей коллекцией. Этот город Чапаевск. Моя коллекция заняла первое место среди номинации до 25 лет. Эта коллекция была женская, из четырех костюмов состояла. Вот, она называлась «Модный век». Вот, видимо, оценили по всем своим заслугам. То есть я прям практически душу вложила в эту коллекцию. Ну, я пока только первый курс, и за этот семестр я поучаствовала в двух конкурсах в номинации «Вокал» и «Дуэт», в одном конкурсе в номинации «Фортепиано» и в двух олимпиадах по истории и по русскому языку. Победители региональных и национальных чемпионатов, молодые профессионалы и Обилимпикс, всероссийских и межрегиональных предметных олимпиад и конкурсов, научно-практических конференций, международного конкурса антикоррупционной рекламы, спортивных соревнований – все они собрались 18 декабря в киноконцертном зале «Пенза», где состоялся ежегодный бал чемпионов СПО. Я считаю, что правильное решение было принято по итогам года подводить итог работы, деятельности, достижения результатов. А результаты есть. С каждым годом наши студенты показывают высокие результаты и на федеральном уровне, и на уровне нашего Пензенского региона, и в Приволжском федеральном округе. О чем это говорит? Это говорит о повышении уровня профессиональной подготовки наших студентов. Это говорит о том, что вместе со студентами растут и наши преподаватели, педагоги, наставники. Губернатор отметил студентов и их преподавателей благодарственными письмами. В Пензенской области бал чемпионов среднего профессионального образования проводится с 2017 года.